Сложно переоценить такие человеческие качества, как добродетель и бескорыстие. Вступая в ряды волонтеров, небезразличные с активной жизненной позицией люди стараются в первую очередь быть полезными обществу. Многие из них знают, что совершая добрые дела, не требуя ничего взамен, помогая окружающему миру, человек и сам становится лучше, чище и добрее. В Красном Луче существуют и успешно действуют волонтерские организации. Но есть и жители, которые самостоятельно готовы оказывать возможную помощь нуждающимся. Нередко в преддверии праздников и просто в будние дни реабилитационные центры пополняются сладостями, подарками для детей и необходимыми продуктами. Настоящая дружба, надежная опора, поддержка – вот что наполняет и объединяет волонтеров. Эти люди посвящают свое свободное время и нередко жизнь помощи другим.